Что-то как-то быстро уровни кончаются. Вроде лейт-гейм, казалось, что сейчас должно быть какие-нибудь там сложный уровень начаться, да. Но они по итогу и легкие, и короткие. То есть. Ладно, они были легкие и длинные, или сложными хотя бы, но короткими. Так, 3-1-2. Пропасть в аду или что-то было, не успел прочитать. Так, ну пока более-менее хорошо ее, да? Regrettably, most of humanity's history and culture is forever lost. Mara didn't care about such things. The only science she prized was her own research. She had no idea how to run the tower. While everything fell apart, she hid away in her laboratory. What was her goal? Change. She took it upon herself to alter humanity. You'll see for yourself soon enough. Что-то пробежал или мне показалось? О. Жесть. Блин, нет, я хотел с фиолетовым побегать. Блин, фиолетовый, блин, опять желтый. Вот этот был желтый и этот желтый. Давайте нахер желтый, не? Они супер похожи. Чё, не, это скам. Мы с этим будем бегать. Яростный Идзанами, а ты кто? А, это просто Идзанами, это просто Ярост. Ну я говорю, это один тот же. Блин, то есть этого нам дали в хуйню какую-то за босса. Но потом просто нашли боссовскую пушку, только лучше. Что, можно за босса было хорошую пушку дать, а за... А найти обычную лоховскую, не? Наоборот, сделать... Блин, реально почему за босса дали просто какую-то лоховскую пушку? Несерьезно. Это же босс. Так, это получается, что у нас 3-1-2 было, один меч мы уже нашли. Это, знаете, наверное, больше проще... А, там 4 билки новые дали. А, это всплеск. Какой всплеск? Ты всплеск. Ага. Ну, учитывая, что мы не знаем, волна становится в 2 раза больше, дальность увеличена, волна движется быстрее, в течение короткого времени после применения можно использовать еще раз. Еще 2 раза, нихера. Ну это, кстати, выглядит как имба. Ну, а, и нам новых этих дали же, слотиков. Мы хотим что-то в эти слоты? Как бы слоты есть, но опять же вопрос, а я что-то хочу? Дальний шквал. Вообще, ну шквал, вот эта штучка у нас есть довольно прикольная. Убивание пули и заполнять шкалу концентрации. Угу. Блин, это бы, может быть, запихнуть как-то. Мне кажется, тут такая фигура, что хер запихнешь. И тетрисом заниматься не особо хочется, да? Это сюда влезет, кстати, неплохо. Жаль, она нам не нужна. Блин, еще целая билка, а мы уже всю игру прошли. Пару уровней осталось. Вот эту штуку можно запихнуть. Скачок здесь на значительно большую область. Скачок мы тоже не знаем. Вообще ничего не знаем. А, блин. Блин, вот эти два бы раскрыть, да? Такая... О, кстати, можем... Так вот сделать. А, блин, он не лезет. Еще закрыто. И здесь закрыто, да блин. Короче, пофиг. Ничего не хочу. Предупреждение. А где мы? Мы отсюда пришли, да? А где музыка? Закончилась?
не понял, а зачем мы это делаем? Он же все равно работает, нет? А? Он же все равно работает. Что-то не понимаю. Он работает, работает, работает. Работает, работает, работает. И... Там есть третья. А, там есть третья. И... Понял. Блин, я не успел. Важно. Очень долго целился, не успею. А, нет, успею. О. Mara, the Keymaster, will now address the residents of the tower. That's unexpected. Why? She doesn't do speeches. Never been much of a leader. It's been a long time since I've talked to you. Too long. Some of you seem to have forgotten me. Oh, I don't think they have. И все, вся речь? Да. Ну, видимо, она дальше где-то в другом месте должна продолжиться. Но из-за того, что читал, не пошел дальше сам. Что музыки нету. Attention. I'm not here to rule you. I'm here to save you. The outside world is harsh and deadly. And it's not going to change. Not anytime soon. We can't alter the planet. But we can alter ourselves. That's nonsense. Так, где? Реально внизу, блин, они сюда резко, да? А. Получен новый предмет. А, портативная приставка. А эти устройства были довольно популярны в стороннем старом мире, несмотря на повсеместное распространение виртуальной реальности. Спустя почти столетия некоторые из них все еще работают и представляют себя... собой большую ценность, несмотря на то, что новых игр до них больше не выпускают. Это геймбой какой-то? Геймбой голограмм? Так, а мы умерем с них вверх, да, если? Так, что за челы? Что с ним делать? Да, я их не могу убить, а? Если он тут взрывается, то просто нужно убегать. Вот я даже не успеваю их умножать на них, да, меня уже убивает. Есть идея, конечно. А, нет, они все-таки взрываются просто... Как только я нажимаю и начинаю к ним магниться, они взрываются. Entirely artificial respiratory system. Synthetic grass covering 80% of the body. No brains to speak of. This is Mara's solution.
And what's yours? Like I told you, iron resolve, single will, one purpose. We need to adapt. To evolve. Technology kept us alive until now. Gave us this shelter. But we need to take it in deeper. Into our bodies. Ха-ха-ха. Мне влево поеду, да? Наивно. О, мечик. Опять новый мечик. Ну блин, опять страты какой-то. Улица Дхарма. Был, да, какой-нибудь зеленый? Не было зеленых, да? Блин, такой фиолетовый классный. Мне фиолетовый нравится. Я не отдал такого, по-моему, нету. Что крутой клинок был сам. Реально, наверное, самый лучший меч покажет. Ладно, давайте снова не бегать. Вау, какой классный меч. Никогда таких не было. Блин, лучше бы фиолетового за босса дали. Мне вот эту херню, которую там дали, желтую непонятную. Просто шипануть. Так, штука уничтожилась, да? Бом. Ну, мне кажется, билка шквала против имба. Учитывая, что они по два дают эти тела. Это через каждый метр стали давать по предмету. Ноутбук. А судя по логотипу, он принадлежал одному из сотрудников корпорации Самсара. В настоящее время настолько большие ноутбуки — редкость, и большинство электронных устройств созданы на основе встроенных микрочипов. А чем мы тогда находим эти старые предметы? Где все новые эти микрочипы крутые? Я вернулся случайно? Не вернулся, нет? А зачем нам туда? А, нам надо было на рельс. Какие рельсы на эти? А я смогу вообще? Some of you already received the gift. They can walk under the sky. Soon, everyone will be enhanced. Soon, we'll inhabit the outside once more. Блин, какая имба. Просто имбища. Вообще не чувствую этих челов. И что, что они всегда толпой ходят? Это просто абилка реально, которая против них и создана, походу, была. Да. Ну, типа... Ну, серьезно? Просто контра, буквально. Ладно. Ну, это против обычных врагов, как раз против этих. It's a prison. It's within our power to set ourselves free. Я и так стою, ой. Меня убило. Стоп ранен. Стою на месте, стоп ранен. Блин, а чё я не могу второй тет? Блин, что? В смысле? Кого? Я разучил себя парировать? Резко. Я просто думал, там он двоих или один? Один. Кто меня убил? Ну, почему? Ну, блин, какой-нибудь писал, говорит, кого я хотя бы умер, да? Бесконечный... О, бежит. Ты бежал? Да, он один бежит. Ай, я фига против одного. С одним я еще не бился. Блин, реально один жестче, чем толпа. Получается, а чё? You're what? Блин, затаймил.
я прыгал. Нет. В смысле, это как было? Как он попал? А, не ушел спиной меня. Поворачивайся. В смысле, а как он попадает? Я же бегу прямо. Так, здесь одиночка надо его сагать, наверное. В смысле, блядь, а почему у меня штука не жмется? Я 5 раз нажал, ебаный этот. Что они уже здесь. Да. Я вправо, блять, нажимаю, почему вперед-то? А, потому что я в воздухе, и в воздухе можно только прямо. Почему я сразу среагировал на него? О, хрена. Пал. Йова! Чего? Блядь, даже видно, что я его прирезаю. Че за херня? Мне кажется, я его даже убил. Че за херня? В смысле? Я не поворачиваюсь. Да, вот поэтому я не поворачиваюсь. Я думаю, что второй слишком далеко будет, если я быстро повернусь. Блять, я нажимаю. Я уж не попадаю по нему или что? Я нажал. Я же нажимаю, блядь, там летаю. У меня причем эта штука же пули умеет отражать, разве нет? А чё с КД? Долгое КД, что? Да такое долгое КД было? The key has already been forged. All we need to do is turn it. But this will not happen if we are divided. Проход был. Стремно то, что я могу просто шквал мимо дать, поэтому я всегда вот стараюсь прям тщательно целиться до конца. Просто убегать надо или чего, я не понимаю. Какой момент надо совершать? Да, блядь, решение не обязательно. It is hard and painful, and it takes work. А, здесь еще один чел. Знаешь, как убежать? Что? Ну как бы вот один я не могу ему ничего сделать, потому что он один. Так твоих могу убивать. Я не понимаю, от них тупо убегать надо или что? Что я могу им сделать еще? Даже нет никакого контроля против них. Я просто бегаю и все. Я не понимаю, убивать. Именно по одному. Да так я понимаю, да. От этих я просто бегаю, я хз, я что делаю. Тут положи один там.
я не могу ничего делать. Слишком далеко друг от друга. Блять, это не достану до боя. Блин, как с этим справиться? Найди, сволочь. Ну, что-то такое. Какие все враги. Когда и толпой ходит, окей. Когда соло. Блин, то ничего делать. Убить их нельзя. Побегаешь от них и все. Я хз, а как по-другому? А что можно еще придумать? Дрэгги как-то обходить. Мотивировать. Блять, здесь пытался. Или без шоколада остался. Лох. Нет. Мой шквал вернуть. Дайте нормальных врагов. Шквал надо. Wait, it's still here. You must шквал. One of the auxiliary servants. You know what to do. Их я читаю. А старая книга. А старое издание революционного труда Чарльза Дарвина. Дарственная надпись внутри гласит: совершенству незачем эволюционировать. Оставайся всегда таким, какой ты есть. И подпись М. Адам. Эта книга невероятно стоила, наверное, стоила целое состояние. Что, блять, что это было? Что за тупость? Игра, прекрати тупить. А я просто пробегу мимо. Может быть, мимо надо бежать, все, учитывая, что дверка открыта, штучку не забрали, как бы все, я доволен. Здесь ничего не пропустили. Это вроде уже финалочка, да? A singular opportunity. The technique you'll learn here is beyond what regular ghost runners were ever capable of. Regular. We weren't equal. Equal? Yes. Identical? No. Some of you had unique abilities. Some had experimental features. Так, опять невидимые ваши пьяные полы и прочее. Не здесь. А чё, кого? Чё надо? Шквал мне нет, шквал. Что, что, что тебе надо? Что ты хочешь, игра? Проходы какие-то? Нет, ладно. Телепортация, так телепортация. Могли бы еще на разные эти телепортировать. What about me? What about you? What were my unique abilities? You didn't have any, I'm afraid. Who would have thought you were the one destined to become so very special? Who were we? We've been through that already. You were peacekeepers. My elite? No, before that, before the implants. There was no before. You weren't born. You were engineered from a single cell up. You don't have implants. You are your implants. Там еще штука сверху. 4-5. Окей, я понял, как они связаны. Мне надо туда. А как я туда попаду, если по стенам бегать не умею? Если это 2, это 4. Это 1. Так, если мы в 4 пойдем, мы выйдем. Куда выйдем? 4, где вот 4? Не вижу. 4. А, мы наверх выйдем. А, я просто вниз, наверное, прыгать надо, да?
А я, наверное, не смогу так прыгнуть. Смогу. Не проблема. Так, это 4, а это 5. Надо будет, сейчас нас выведет. Двойки. А, ну понял, теперь. А на тройка. Тройка у нас где? Тройка у нас у единички. Единичка. У четверки, это не понял. What's the technique? You remember the Atma chip the girl used? Brain interfaces. Yes. There's a way to exploit them. Send a control signal deep into the neural cortex. You learned how to hack people. If that's what you want to call it. Можно мимо не попрыгивать? А, сюда сначала. А, эти прыжки уже не супер специализованы. А, могли прям идеально расстояние рассчитать? У меня вот такой прицел. Won't Mara try to use this exploit? No, she won't. She doesn't even know it exists. Ironic. Considering the way she defeated you, I guess we both kept our little secrets. Опять? Троечка, пятерочка. Пятерочка это как бы финальная, не? Не понял. Давайте пятерочку сначала зайдем. Там вроде ничего нет. Пятерочек. Ну, продукт не собрали. Так, троечка есть. Туда ведет, да? Слева что-то есть. Посмотри, что там слева. Вот, потянется. Мы не сможем. Сколько надо? Где вообще? Где еще надо? Там возле двоечки одна. Не через единичку попадать. А, не через двоечку и попадать в другую. Так, а где еще одна? У единички. А единичка у нас там. То есть явно там что-то с троечкой связано. Пойдемте обратно к ней. Нам нужна четверка. Где четверка? Вот здесь четверка. Так, здесь мы спрыгиваем, да? Что, верим? I believe? I believe. А, тройка, да? Рычаг, может быть, где-то типа там сломай мост, а здесь построить? Нет. А я могу переключить? Блять, ты чё, тип? Блять, нахуй ты прыгнул? Где-то стоял, стоял и прыгнул. Чем ладно, я там шевелился, я просто на месте стоял. Крутился, ладно, крутился. Крутился на месте. Единичка явно не могу попасть, потому что единичка вон там, наверх я никак туда не запрыгну. Мне надо здесь как-то пройти, но не понимаю, что тут надо. Так, мост активировать. Явно тут надо построить какой-то мост. Может быть, давайте к пятерке сейчас зайдем. Может, там можно мост сломать, и он тогда построится в другом месте. Он не ломается. Все, рычага не было. А как меня мост отсюда туда перенести? По стенам бегать не умею, да? Ну, хочешь что? Там, не знаю, это либо часть моста намекает, либо, может быть, это просто... Пока нету. Там только сверху часть моста разрушена. Подозрительно.
нихера непонятно. Но я же не допрыгну отсюда. Даже не близко, это не close. Кого? Чего? Что надо-то? Снизу? Снизу с деперилки. Что-то пока непонятно. Видимо, моста здесь нет. Ни хера не понимаю. Блин, игра, что тебе надо? Что ты хочешь? Там что-то было, я не заметил. Давайте еще раз в двоечку зайдем. Я что-то здесь не увидел. Может. Может. Да, там мы сломали, здесь построили. А я могу просто нафиг? Может, так быстрее вернусь. The software update is complete. Now, to try it out, find their center. Let the implants speak to you. Нажмите Q, чтобы прицелиться, и LKM, чтобы использовать повелителя. Что? Я забыл нажать. Не зажать забыл. Good. В одного он повели на другого. Pick your target wisely. Not every pawn is going to be worth the effort. Ну, типа мы прогуна не хотим, или наоборот хотим. Just like that. This is actually quite tricky to simulate. Не уверен, мы точно сделали то, что хотели. А почему прыгнули? You're worse than Mara. What are you talking about? She sabotaged the Ghost Runners. You did it to everyone. It's a tool. If you don't like it, don't use it. Красиво. Блин, без шифта непривычно. Хочется прям без шифта, когда нажимать ачивку какую-то дали, но не показывает, потому что черный экран. Угу. Получи новое улучшение. Ну, это для новой билки. А, нет, для старых тоже. Рывок, доп. Заряд 3. Микрорефлекс. При каждом убийстве на короткое время активируется сверхрефлекс. Зачем? При убийстве противника особым прием создается небольшое количество концентрации. Эффекты повелителя длятся гораздо дальше, дольше. О, теперь можем эту штуку сюда поставить. Как пишется. Совершается. Жесть. Это структура. О, до предела. Согласен. Слушайте, идеально, не? Рок получает еще один заряд. Ну, кстати, да, и все, что нужно. Жесть, просто идеальная комбо. И да. Ну что у нас? Почему мы игру-то не совершили? Точнее, уровень. Those who fear change, those incapable of making the effort, took up arms against us. We had to defend our future, and we did. The traitors are dead, but their supporters still walk among us. Чем мы на уровне? А, точнее, не уровень, реально. А, блядь, не убил этих чел. Бесплатная билка, режима. Он может или нет? Или на такое не может? Но у меня уже было, да, где он перепрыгнул через штучки? Видимо, не такие. Так, чё левел реально не завершился ещё?
Почти, да, ты кто? Это вид, по-моему, был, нет? А, это что, игра? Ну, все сначала. А, я левел уже прошел это, да? А что там за чел? Была замедление времени зачем? Ладно. If we don't want to lose our dream, we must act on it. The time has come. We won't wait any longer. The key is turning. The shackles are coming free, and the door opens. In a week's time, we'll all have stepped outside. Time to get to work. Nice lace, bro. Lace с луком. Nice. Heal them all. My mind is sleepy. Есть мониторы. Шиппи. Что это за комната? No. Ладно. Что делать с одиночками? Они не компрятся. Ну просто убегать надо, да? Блин, я же убегал. Ладно, пойдем попрямо. А, кстати, а как? Погодите, а как? А, я могу, наверное, отразить, но я не могу добить, да? Просто добить не могу, окей. Я понял. Охереть там народу. Короче, ладно, туда не точно не хочу. Давайте слева. Слева хочу. А, дрись. Куда я иду? Эти штучки я зачем? Ладно, медленное время. Ба. Еще. Отстань. Так ты кто? Да, блять, это он был. Так, надо уровень изучить, потому что тут очень много врагов, очень много мест всяких. Непонятно, что и как действовать. Как он к этой херне попасть? Нормально. Не было хваталки или что? А как не попасть? Как-то супер криво попадается, как будто бы нет. Вот хваталка, да, есть хваталка. Они нет. Там все под щитом? Нет. Да, ну это чё? Так, мне не интересует, что у тебя щит. Без щит я собью. А чё ты не стреляешь? Хеллоу. Во, да его. Так, эта собачка взорвалась, я надеюсь. Так, здесь и двое. Так, стрелок, по-моему. Пучка можно в спину урбануть, жесть. Налоги. Сможешь? Не, сможешь. Не? Не можешь? Ладно, я тогда где? Последний, да? What does it mean? It means she wants to turn everyone into abominations. Replace half their bodies with her insane tech. Ну тут вроде ничего не было, блин, не знаю. Я плохо смотрел на карту, согласен. Нет, давай вон побежимся, мало ли я не увидел, потому что я здесь вообще ничего не смотрел. Здесь я приезжал, тоже ничего не видел особо. Давайте в эту сторону пробежимся, потому что я один раз был. На всякий случай просто, как бы, чтобы не возвращаться потом. Вернемся сейчас. Вроде ничего нет, да? Будем считать, что ничего нету. Ну, может быть, конечно, уже даже все собрали, но кто знает. Это что такое? А, это штука, за которой мы бежим, или кто это? Ой, тут это пола не было, я не заметил. Что, мы бежим за ней? Что нам надо?
можем налево побежать. Подстречь что-то, да? От нас убегает. Чего, кого? Бесконечно в этой херне бегать? Что я должен делать? Я замедлил время. Я хочу так убить. Я так предполагаю, нам надо билочку заюзать или что? А если бы у меня не было билочки? Я бы не смог что заюзать. То есть надо как-то так гнать. Три удара делай, да, или что? А, попался. She made my implants. It's not the same as the Ghost Runners. Why not? She was working with me then. Что такая штука? Давайте еще такую штуку побегаем. А, тут я еще чел. А, блин. Стой. Наверное, мог через них. Что это такое? Прыжок такое. Блин, сволочь. Сейчас, смотрите, поймаем его. Нет, не поймаем. А, там щит. А там их двое. Катанчик? Ну, катанчик, наверное, идет Найт. Хер. Он нам меньше всего, мне кажется, страшен. Да, чел страшнее катанчика на нашей ситуации. Любить его, чтобы он нам не мешался просто. Я хотел спину попробовать грохнуть. Я не знаю, может быть, конечно, он в спину убивает только когда у нас не видит. Кого? Когда нас уже заметил, то все. А, чел стреляет такой себе. Значит, пока чел стреляет. Redeploy. Блин, там второй убил меня. Блин, я не знаю, защищать этих челов или не защищать. Они прыгают на это, где вот эти чуваки стоят, да? А там никто не стоит, что это делать. What? Я не попал? Это серьезно? Я жив. Где второй бит? Второй там. Вау. Ерс, ерс. А, пас. Не готов. Блин, сволочь, убила меня. Ну че, ладно, давайте от этих, наверное, попробуем зачистить. Так что тут избавиться на самом деле. Легче, чем кажется. Блять, а как? Может быть, с него начать все-таки? Мне кажется, что носит и самый жесткий. Но в начале игрок уменьшался. А, блин, а вот это как? А, ну прыгать, блин, а чё, кстати, да, чё они прыгают, а лол, чем по этим херам? Что? А, жив. Он двоих убил, нет? Может, был на дабл-кил? Ай, блядь! Ай, я думал, всё, убил его. Ладно, я понял, что надо делать. А, блядь, ну как? Прыжочек, ты чё? Не подобрался прыжочек. Прыгнул. Не могу сразу время замедлить, надо сначала прыгнуть. Не могу замедлять уже. А, не могу сильно выйти. Не пошел. Да, считаю, что самый противник. Там даже единственный, кто здесь противник.
Блять, что это было? Как меня убило? Я как-то прыжок слишком плохой нажался, да? И что это было? Какая сволочь. Что она это делает? Ладно, хорошо, я сам виноват, ты сам не жму уши. Ой, ну как эти щитоносы лезут? Щитами, блин, не ставит. Он кто меня убил? Что произошло? Он не ушел, да? Чего? Кого? Блять, чего я назад еду? Блять, а почему ты не ушел-то? Катина, он остался. О, но... Блять, как ты попадаешь-то, блять, ну как он попадает? Я ебейший прыжок вверх делаю, и этот чел просто, блять, меня попадает. Очень мощный. Теперь мне посраться с этим надо, с катанщиком. Я вообще... Ну типа прохода даже нет, да? Давайте, ладно, сделаем ничего. Плевать я не хочу, но мы уходим же от них дела. Здесь нормально. А, окей, ладно, здесь, наверное, нормально. Возможно, к ней вернуться. А, все это здесь. Ну, блин, у меня уже были ситуации, когда я пошел дальше и пропустил по итогу, вместо того, чтобы собрать. On the 24th of August, year 79th after the burst, I've achieved the impossible. A fully sentient artificial intelligence that will carry on my will and see my plan. Our plan, through to the very end. To Dharma Tower. To humanity's future. To you, architect. You do look rather silly holding both glasses yourself, Adam. Чего? In social occasions you require my assistance with, I'd suggest equipping me with a body or an arm, at the very least. We'll get to that in due time, my friend. We'll get to that. I can't wait for Mara to meet you. I'm sure she'll like me. Так, по-моему, архитектор говорил, что это он, Адам. Походу, Адам его все-таки создал. Походу, архитектор убил Адама и рассорился с Марой? Как-то там, Морой? Тебе интересно последнюю, наверное, часть послушать. Там все самое точное будет. Челы. Челы, блин. Надоели, если честно. Ой, катанчик был. Так, пойдем, я же. Там сзади ходит. Ты понись, блядь. Если он сюда прилетел, да, ой. Если он улетает туда, то я не могу улететь. Да, сука. Как вот убить самурая, когда мне челы и аги понастрелили?
сука. Просто скинул меня. Ладно, я сам себе скинул. Да заразу. Такие рандомные челки здесь, реально. Он по мне не попадает, а по нему бью, думаю, что сейчас второй его удар. Один ранить происходит. Ладно, блядь. Да я полетел. Я не приземлялся. Отбавить, чтобы они сюда сами прилетали, и после этого их здесь убивать. Нет, не получится так. Не получится. В смысле, я же его убил, алло, игра. Правда. Слушай, эти штуки свои. А я могу их штуки отражать, погоди. Слушай, все, наверное, видят то, что они рандомные перемещаются. Я просто не понимаю, где они находятся. В тот момент, что они рандомные максимально. You what? Вот первого просто убил, потому что он переместился на халяву, да, вот сюда. Ой, и второй сюда переместился. Просто халява, потому что эти челы сюда переместились на рандоме, я их убил. Бегун? Просто халява. Потому что рандом. Не зарандомило так хорошо, я бы тут страдал, мне кажется, еще несколько минут. Ах, это, ну, слишком рандомный чел. Her creations are no longer human. Mara must be stopped. Мару нужно остановить. О, все собрали. Nice. Я доволен.